Здорово, соучастники! На прошлом видео вы набрали 200 лайков аж за неделю, за что вам огромное спасибо. Тот факт, что лайки набираются, говорит о том, что стоит продолжать заниматься в этом направлении, и в этом я вам крайне благодарен. Хочу обратить ваше внимание на этот комментарий. Этот парень задал действительно правильный вопрос. Вообще странно, почему никто раньше об этом не подумал. Сейчас расскажу, как это работает. Заказчик скина, то есть ты, говорит основную тематику, пожелания и все-все, что он хочет видеть в своем скине. После чего мы договариваемся насчет ценника и предоплаты. После того, как я доделаю скин, я скидываю скриншоты, и заказчик делает какие-то замечания, ну или же говорит, что все очень хорошо. После чего происходит оплата, и я скидываю уже готовую работу. Далее я спрашиваю, а можно ли выложить этот скин в общий доступ? На самом деле, за все время, что я делал скины, не согласился только один человек, но там был действительно сильный проект, и его понять можно. Так что в этом плане я никого не обманываю. Хотите приват, будет вам приват, как бы. Заказать скин вы можете где угодно, хоть в ВК, хоть на Discord сервере. В общем, все ссылки есть в описании. Next скин, я думаю, будет уже конкретно от меня и будет в стилистике Doom Eternal. А что насчет этого скина? Так все просто. Кто хочет получить геймплейную часть, идет покупать платную подписку за 50 рублей в месяц. А кто хочет фул, собирайте 200 лайков. Фу, аж противно чисто все это говорить, какие-то деньги крюком. Лучше на стримы почаще заходите. Если есть какие-то вопросы, то смело пишите в ВК, я всем отвечаю. Всем пельмешек, всем пока.